Нужно ли объяснять, насколько важно, чтобы ребенок умел вести себя на дороге? Ясно всем, ребенку нужно объяснять правила дорожного движения, и причем чем раньше, тем лучше. Остается только вопрос, как это сделать. Ведь если ребенка обязать выучить целый свод правил, для него это окажется тяжелой непосильной задачей, и интерес к этому делу пропадает быстро и очень надолго. Надо выбрать наиболее важные правила, без знаний и соблюдения которых обойтись нельзя. Необходимо сосредоточиться на них и доносить их до ребенка в интересной игровой форме. Именно так инспектор по пропаганде Асиат Карданова провела интересное и познавательное мероприятие в парковой зоне Аула Кашхабль с младшими школьниками и повторили правила дорожного движения перед новым учебным годом. Задача мероприятия – расширить представление детей о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах района через активные формы познания, проектирование, рисование, художественно-речевую деятельность. Научить детей отражать в рисунке знания и представления о правилах дорожного движения, делиться своим опытом с окружающими. Сформировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения, пропагандировать безопасность дорожного движения.